национального первенства. Кстати, вот забив эти голы в кубке, Месси еще там один рекорд переписал, и он уже достиг отметки 500 голов. Точнее, на его счету 501 гол, а на счету Барселоны в матче Леванта пока гол только один. И он забит на 21-й минуте. Барселона выходит вперед. Ну, в общем-то, это выглядит достаточно все логично. Барселона доминирует. Барселона уже несколько опасных моментов сумела создать. Правда, при этом и Леванта кое-чем ответил. Давайте смотреть, как Барселона открывает счет. Забегание. Ну, все очень внешне просто, да? По учебнику. Иньеста видит Альбу. Альба в штрафной. И автогол. Ну, по сути, от пятой точки Давида Наварро мяч влетает в ворота. 35-летний защитник Леванта. Сегодня вышедший в стартовом составе.